ногу, но не могу, да? На заднюю ногу. Вот этот подскок на задней ноге. На задней ноге. Та-та-та! Крути жопу, проще говоря. Оп. Во! Вот это уже интересно. Мне пришлось ходить. Та-та-та! 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 Молодец! Вот сейчас сделал. Кстати, друзья, всем любителям бокса мы настоятельно советуем и рекомендуем посетить магазин наших партнеров из Adidas Combat Mart, ведь там вы сможете найти экипировку высочайшего качества по приемлемым ценам. Приветствуем всех любителей бокса, подписчиков канала Blood & Sweat. Мы сегодня не просто разбираем, мы именно проводим тренировку, и которую хотим предложить вам. Может быть, вас заинтересует у нас наша тройка, атакующее действие дальней-средней дистанции. Вход с дальней дистанции, да, первая такая атака у тебя, там два подскока идет, там и вот здесь загрузить. Угу. Вот это загрузил, и очень важно, чтобы у тебя задняя, вторая рука, посмотри на меня, чтобы я вот тут не развернул. То есть ты как бы напрыгиваешь на человека. Да, да, да. Два подскока. Ясен? Угу. Уже отсюда что интереснее сделал? Ну, пока не надо, давай пока сделаем, только выход нужен, обратный выход. Отскок. Из челнока, раз очковая тройка, то тогда ты уже должен быть в движении. Пробуй. Давай медленно. Там. Вот. Видишь, что ты сделал? Ты забрал левую руку опять перед ударом сбоку. То есть смотри, что ты сделал. Раз, два. Поэтому нету первого разворота. Надо, на первом ударе не надо вращаться сейчас. Первым ударом, ты первым ударом просто сокращаешь дистанцию. Там, и тебя не встаешь, а ты уже как бы в воздухе ударил. Та, та. Ты в воздухе ударил, она уже вернулась на этом подскоке. И ты уже заряжен на второй удар. И вот тут переход идет. Попробуй. То есть первый удар как бы не атаковый, сокращение дистанции с ударом, который тебя закрывает. В воздухе ударил. Вот, обратно не возвращай руку. То есть ты уже, там ты уже приземлился. Не вот здесь паузу не делай. Видишь, приходится что делать? Та-та! Та-та-та! Попробуй еще раз. Подпрыгну просто вот давай от левой первой. Зачем ты останавливаешь? В воздухе ты ударил. Как мы выпрыгивали сегодня с гантелями? Еще раз. Ну, вверх выпрыгни, видишь? Вверх, немножко на правой ноге. Опять руку чего оставил? Выкинь руку. Во! И тут же, вот он. Во-во-во-во-во. Попробовал. Молодец. Еще раз медленнее. Та-та-та. Быстрее. Та-та-та. Выход на третий удар. Ты вторым ударом там загружаешь. Ногу немножко. Давай еще раз. Останься вот на правом ударе, останься еще раз. Пробуй. Та. Опять вернул. Та-та. Это как, вот, знаешь, как почтальон бьется. Та-та-та. У тебя здесь боковой, поэтому надо его грузануть правую. Тебе нужно это, почему это вращение? Оно тебе дает что? Запаздывание кулака, и твой кулак зайдет сбоку противнику. Ты руки ему свел первым ударом, хочешь или нет. Он сводит руки. Тан. И здесь заходит. Не поднимай руку. Попробуй еще раз. На правом прямом остаться. Та-та-та. Остаться еще раз на правом прямом. Быстрее. Стоять. Теперь смотри, куда твои ноги пошли. Видишь? Ты начал движение не в меня, уже левая нога развернулась, и твое движение пошло туда. Исходное положение. Раз. На левом боковом остался. Левый прямой, левый сбоку. Еще раз. Стоять. И вот теперь опять вторая ситуация. У тебя правая нога, ты развернул корпус. Вот здесь очень важный элемент. Ты не закинул сейчас руку вот этим движением одной половинкой. Посмотри, у меня ноги шире стоят. У тебя смотри, что произошло. Там. Ты обеими ногами вот такое движение сделал. Вот только, только левая половина должна сработать. То есть у тебя правая нога, вот ты на правой ноге, вот эти подскоки. Крутится левая. Ты заряжаешь правую. Ушла правая нога сюда. Стало уже. Даже пускай допустимо, что на одной линии стоят. Вот очень простенько в помощь. Это как
при отработке положения ног, при отработке, неважно, данного упражнения на подскоке, просто сохранение расстояния, сохранение положения ног под собой, чтобы ваши ноги, особенно это возникает, когда ситуация, когда человек начинает опережать рукой движение ногу, но не могу, да? Посмотрите, что происходит, если у меня вот левая рука в данном случае опережает шаг левой ноги, то что происходит у меня? У меня уходит, да, у меня правая нога начинает тянуться за левую, меня начинает заносить. То есть это действие то же самое возникает. Сохранение ноги под собой, то же самое, когда вы делаете скачковое движение, подскок на заднюю ногу сохранить, чтобы вас не разворачивало. Вот эти просто линия, именно не просто веревочка натянута, но все-таки уже какое-то препятствие, чтобы ваши ноги именно на заднюю ногу. Вот этот подскок на задней ноге, на задней ноге. Идет удар в воздухе. Давай, дорогой, пробуй. Видишь, как понесло? Неудобно было? Да. А? Да, несет. Во. Носит. Видишь желание вот туда? Почему? Еще раз смотри, у тебя рука на боковом ударе. Раз. Не рукой. Как только ты чуть-чуть рукой попытался вот туда ее засунуть корпусом, все, у тебя мозг стал тебя останавливать. Потому что ты уже стал заваливаться. Запаздывание руки. Кинулась, она не останавливается. Не останови руку, в воздухе удата. Во! И второе движение вверх. Вот ты крутишь бедро, прямо на заднюю ногу. Та, без паузы. Раз, два. Стас, посмотри на меня. Прям вот раз, два, аж вот на заднюю ногу тебя развернуть должно. И при этом очень важно, посмотри, эта палка тебе что дает, второй момент? Эта палка тебе дает опять-таки сохранение положения ноги, сохранение опору. На что у тебя? У тебя правая рука, как и нога задняя, не уйдет, не уйдет. У тебя одна половина сработает. Посмотри, мои руки сохранились. Да, да. Я не ушел вот сюда, не развернулся. Это значит, что я уже загружен, я уже реактивно, мой кулак уже в исходном положении. Я уже сразу здесь могу пробивать. Да, да, да. Вверх подскок. На правом прямом прыгать вперед не надо. Ты уже достал. Тебя само вот это движение вверх и вращение на чуть-чуть выносит вперед. Все равно вращение. Хорошо? Давай. Молодец. Вот тут не выпрямляться. Левая нога в меня боком. Больше крути бедро прям. Продолжай. Ну-ка с левым боковым допрыгнул до меня. Двигайся, челнок. Ай-яй-яй. Видишь, нога в сторону пошла, и ты ударил мне вниз. Посмотри, очень важный момент. Прыгни и ударь. Придержи немножко кулак, придержи кулак. Подпрыгиваешь вверх на правую ногу, и вращение бедра, и тогда локоток назад пойдет. Рано рука. Посмотри, вот я придерживаю, посмотри. Я прыгнул и ударил. Я начал прыгать вместе с руками. Держи, вот нижним периферийным зрением держи кулаки. Во! Вот это мини. Вот ты чуть-чуть сделал усилие, придержал руку. Все у тебя сложилось. Удобно сейчас? Да. И ты достал. То есть твой кулак пошел, что на прямом? На движение вниз. На движение вниз. Ты вверх, и когда начинаешь вниз движение, вылетает кулак. Это при движении. Даже вот ты стоишь просто, ты выталкиваешься и бьешь. Сверху вниз. Поехали. Дальше правую ножку под собой. Да. Давай дальше. Вот разгрузи левую ногу, разгружай переднюю ногу. Тебе удобнее будет выкидывать. Чуть здесь, это более короткое движение. А если сюда вообще завалишься, на задней ноге, прошу тебя. Вперед-назад, очень хорошо. Вперед-назад. А ты вот не по диагонали, вот по линиям. Вот твоя нога идет. Погнали. Пауза была, бедро не доработало. Опять побыстрее. Та-та-та. Зачем обратно вернул? Да, там, выкини, выкини, просто выкини. Вот мы сегодня прыгали, сколько? Просто выкидывайся левый. Там, боком, боком, боком таз. Стас, таз. Опять. Ага. Не торопись ударить. Подпрыгни вверх и перевернись. Собери, динамика должна пойти. Раз, два, три. Видишь, я цифры говорю.
Раз, два, три. Есть динамика. Одно движение переходит в другое. Не торопись, прошу тебя, пробуем. Бух. Ага, конечно. Привык на халяву ходить по тротуару. Та-та-та. Молодец. Доворачивай бедро. Вот не будет вот этого поворота левого бедра, не будет выхода правого бедра. То есть разгон на третий удар. За счет бедер, за счет пятки. Та-та. Бедро левое, прошу тебя, еще раз. Сильно прыгни с левым боковым, с бедром. Та-дам. Крутись, крутись. Посмотри, как я скрутилась. Длинное действие получится. Еще больше бедро. Смотри, второй момент. Ты останавливаешь руку. Ты не пробиваешь меня. Ты до меня долетаешь справа. С левым хорошо, а направо смотри, что ты делаешь. Туда, пожалуйста, через лапу. Левый сбоку, правый прямо. Двигайся. Оп. Крути жопу. Проще говоря. Еще раз. Руки не казенные. Двигайся. Оп. Во! Вот это уже интересно. Мне пришлось ходить. И кулак держи, правый кулак, чтобы он не ушел. Ты это позволяете, чтобы он не ушел. Вот. Вот ты перед собой держишь. Половинка сработала. Оп. Держи кулак перед собой правый. Да-да. Оп, обратно. Оп. Умница. Пошла комбинация. Оп. Сам видишь, молодец. Собрани, собрани. Правая рука держи. Оп. Та-та. А сейчас, вот это сейчас было очень хорошо. Встряхнись, отдохни. Посмотри. Вот ты сейчас вместо того, чтобы абы как пробить, не стал делать. Вот у тебя уже анализ появился, что вот это уже не совсем корректно. Лучше вот... Это уже тот анализ, который вот это в большей степени, из чего я добивался, это самое лучшее показать. Ты уже чувствуешь, как неудобно, как неэффективно, неправильно, еще как-то, некрасиво. А теперь покороче, не надо далеко прыгать. Та-та-та! Выход. Ногами. Та-та-та! Молодец, в меня бедро. Видишь, опять чуть в сторону пошел, по диагонали. В меня ты, да-да, в меня должен впрыгивать. Крути бедро на левом, ну-ка вот левый сбоку на бедро. Еще больше. Вот так оно, да. Вот это вот чуть-чуть, это есть того, что рука первая пошла. Посмотри на меня, насколько я скрутился в тебе, в свою сторону. Вверх. Вот аж 90 градусов развернуться могу. Пускай так. Пускай так. А теперь давай без палок, которые тебя смущают, да? Давай побыстрее, пошел, двигайся. О, самый. О, пошел. Да. Это была пауза, не должна была быть перед боковым. Та-та-там. Та-та-там. Оп, чуть на правой ноге, чуть направо. Вот правую под себя. Да, вот туда левой ножкой влазишь. Оп. Еще быстрее. Та-та-там, покороче. Оп. Длинно, 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 длинно. Замах делаешь. Прыгни, первое движение. Взрывы. Во-во-во-во, вот что-то было. Та-та. Та, молодец! Вот сейчас сделал. Еще раз. Та-та! Ах, пять. Я специально ухожу. Ты достанешь. Еще раз, без паз, без... Та-та-та! О! Фу. То есть вы себя разгоняете. Вот как вот почтальон бьется. Здесь я такой левый, 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 справа. То же самое там, на третий удар. Но здесь сбоку идет удар. Раз, два. Вот тут сильно вперед не надо прыгать. Здесь наоборот. Так как правый, иди ко мне, пожалуйста. Вот даже при, вот мой левый прямой, вот линия, его территория, то мой правый прямой априори длиннее левого на пол корпуса. Что это значит? Это значит, что никто между моими двумя ударами не сможет, тем более, уйти никуда. У меня правый длиннее, смена кулаков за счет плечи, плюс не надо поэтому прыгать специально вперед. Я именно делаю подскок вверх. Раз, два, подгрузил. Здесь не выпрямляется нога, но на пятках. И вверх. Отработать самостоятельно, без партнера, тоже можно. В принципе, можно. Ну, вот качнуть мешок там. Качнул мешок, и вот ты пытаешься поймать. На себя как раз. А пошел мешок от вас, и вот вы пытаетесь здесь его на небольшой дистанции, на ножках. К тому же мешок двигается на ножках, не опускаясь на пятки, на передней части стопы. Да. Достать. Спасибо за просмотр.
наша тренировка, может быть, кто-то для себя возьмет какие-то моменты. Боксом заниматься никогда не поздно. Всем здоровья. До свидания.